Здравствуйте, вы на канале HardZ.info, и сегодня я вам покажу, как использовать Google поиск с помощью камеры на вашем андроиде. Для начала вам нужно зайти на сам Google, после чего у вас в правом верхнем углу будет такая иконка камеры. Все, вы зашли. Можно теперь... у нас тут есть разные режимы. Первый из режимов — это у нас перевод, второй — это поиск предметов, и третий — домашнее задание. Например, поиск объектов. Фотографируем какую-то вещь, которую хотим купить, например. Делаем ее во весь рост, чтобы камера ее захватила. Секунду. Вот. Все, у нас Google нашел. Это подставка для телефона также. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.